Согласно постановлению правительства России, в этом году установлена минимальная величина пособия по безработице в 1500 рублей. Максимальная величина пособия в первые три месяца периода безработицы составит 12 130 рублей, а в следующие три месяца – 5 тысяч. Как пояснили в Министерстве социального развития, труда и занятости Калмыкии, размер пособия определяется индивидуально для каждого безработного. Это зависит от среднего заработка за три месяца по последнему месту работы, периода нахождения в трудовых отношениях, а также от основания увольнения занимаемой ранее должности.